Итак, тела 33 горняков обнаружены к этому часу на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Поиски 13 шахтеров продолжаются, сообщает МЧС. 6 человек удалось вывести из забоя. Пожар вследствие взрыва газометана на предприятии произошел сегодня в 2:33 ночи. На момент ЧП в шахте находилось 252 человека. На поверхность выведены 205 шахтеров. По факту возгорания начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ», сообщает в Генпрокуратуре. Создана межведомственная следственно-оперативная группа и правительственная комиссия по расследованию причин аварии. Работа всех шахт ArcelorMittal Темиртау в регионе приостановлена на сутки, сообщили в пресс-службе компании. За это время будут проведены проверки газовой защиты.